Два десятилетия. Много это или мало? В наше время, когда все идет с такими огромными скоростями, это очень много. Даже сейчас, делая фильм о папе, мы столкнулись с тем, что фактически остались только фотографии и много-много записей. Но эти записи в формате старых VHS-ных кассет, они не очень хорошего качества. Поэтому мне так важно сохранить все то, что было связано с папой. Его интервью, статьи о нем, статьи о концертах, в которых он принимал участие. А самое главное, это воспоминания тех людей, кто работал с ним, кто общался с ним, кто дружил с ним. Мы эту программу снимали, даже страшно подумать, 20 лет назад. Вообще было очень интересно. Было начало века, 21 век, новое столетие, миллениум. Был первый частный оркестр, новый репертуар, совершенно другие подходы к организации музыкального процесса. И было интересно общаться с Гарри Борисовичем Лупиным. Потому что, понимаете, это вот человек, который никогда своим поведением, словом, общением не подчеркивал свой статус и не давал собеседнику возможности почувствовать в чем-то свою ущербность, незнание или, может быть, какое-то неделикатное поведение. Напротив, это были такие вот сдержанные уроки этики, уроки музыки, уроки искусства в хорошем смысле этого слова, в высоком смысле этого слова. У меня перед концертом не бывает плохого настроения. Любой концерт для нас огромная радость. Бывает просто волнение, и иногда оно мешает. Это бывает излишнее волнение, но это уже особенно с нервной системой связано с тем, что любой выход на публику – это огромная ответственность. Вот мы на себя взяли эту ответственность, и, конечно, это тяжелый груз. Вот, и, конечно, это обязательно ощущается. Но иногда это мешает. Как правило, не мешает. Наоборот, это входит в состояние такой особых эмоциональных потрясений. И это передается публике. Вообще, я полагаю, что артист, который не волнуется, который не чувствует даже страха перед публикой, он не должен быть артистом просто. Гарри Борисович Логвин. Когда я вспоминаю его, перед глазами почему-то две картины. Первая – это улыбка Гарри Борисовича, лучезарная, солнечная. И вторая картина – Гарри Борисович исполняет соло, знаменитое адажио «В Лебедином озере» из второго акта, возвышающийся над оркестром. Соло всегда исполнял стоя. И
исполнял стоя он не потому, чтобы все его видели, не только поэтому. Он следовал всем движениям солистки, солистов. Будучи еще студентами, мы бегали в театр, чтобы слушать Гарика. Студенты, а также коллеги по работе, мы все звали его, называли его Гариком. В этом есть что-то очень доброе, очень теплое. И он, конечно, соответствовал. Необходимо перенестись, ну, в такие уже далекие 80-е годы, когда, скажем, мы ходили в театр, еще в тот советский Днепропетровский театр оперы и балета, когда город был закрыт для иностранцев. И Гарий Борисович тогда работал концертмейстером симфонического оркестра оперного театра. И весь город знал вот эти два слова «Гарри Логвин», потому что все приходили слушать его скрипичное соло в балете «Лебединое озеро», в «Белом адажио», в «Русском танце» и, конечно же, в четвертом акте в «Травиате». И люди в антракте всегда смотрели в оркестровую яму, кто это так красиво играет. Потому что Гарий Борисович сам вообще был человек очень красивый, интеллигентный такой, знаете, утонченный, изысканный. И внешне у него такие черты лица благородные. И вы знаете, вот люди к нему приставали с вопросами, а это антракт, надо отдохнуть. Но он деликатно отвечал вот там, вот, скажем, из ямы этим поклонницам, поклонникам. Тогда еще не было такого понятия, там автограф. И еще чего-то, но его знали и любили. Вот здесь, через этот служебный вход оперного театра, мои родители каждый день, иногда два раза в день, ходили на работу, или, как раньше говорили, на службу, от своего любимого дома, квартиры в Лотосе, меньше километра. Этот путь проделывал много-много-много раз и я, посещая репетиции театральные. Чуть позже я стал артистом оркестра оперного театра, проработал в нем 6 лет с выдающимся главным дирижером в то время, который стал и моим педагогом первым, народным артистом России Борисом Игнатьевичем Афанасьевым. Здесь папа сыграл свои лучшие оркестровые соло. Многие слушатели приходили специально на эти спектакли послушать скрипку Логвина в «Спящей красавице», «Лебедином озере» Чайковского, «Травиате» Верди. Много-много-много других спектаклей, где папа играл первую скрипку. В то время театр имел душу. Душу своих артистов выдающихся. Нонны Стружиной, Николая Полуденного, Анатолия Даньшина, Элеоноры Эллинской, многих-многих-многих других, я не хочу кого-то обидеть, не сказав об этом. И, безусловно, частью этой души было звучание скрипки Гарри Логвина. Тогда Анна Дорош танцевала, боже мой. Вы понимаете, какой-то бум был в городе. И вот касаемо балета приходили смотреть на Анну Дорош и слушать Гарри Логвина. Да. Ну, я вам хочу сказать, что это же были советские времена. Времена, ну, такие финансово-специфические. Времена, когда у нас не было ни иномарок, ни валюты. И люди жили на эти скромные зарплаты советские. Гарри Борисович Логвин, он был фанат театра, фанат музыки. Для него все это имело огромную ценность, такую художественную, музыкальную. И я знаю, что в их семье вот, даже отношения такие красивые, музыкальные, романтические, творческие, потому что они жили в этом доме, который назывался «Лотос» в те времена. И я знаю, что Гарий Борисович и дома репетировал, и он выступал на открытых площадках вот этих городских. И, конечно же, вот та интеллигенция, вот те меломаны, которые в те годы ходили, а была особая публика, которая, ну, сейчас уже исчезла. Они приносили цветы, вот они любовались, слушали.
на фоне культурной жизни нашего города это было яркое явление. Яркое, красивое и благородное. И работалось нам очень легко. Проблема любой программы в том, что очень много съемочного материала, очень много снято, а рамки, хронометраж диктуют свои условия. И очень много не вошло в программу. Хотя вот я сейчас вспоминаю, общение было приятным. И Гарри Борисович был прост в общении, вспоминал много смешных историй. И это было так интересно, что хотелось вообще в реальном времени запустить всю съемку. Все то, что мы играем, является шедевром мирового значения. Это все совершенно замечательная музыка и удивительная по своей одухотворенности и красоте. А 40-я симфония Моцарта, я о ней отдельно должен сказать, мы ее не один раз уже исполняли, не единожды. И почему играем сегодня опять ее? Но прежде всего, все, что написал Моцарт, это все гениально, это все шедевры неприходящего значения, никогда не исчезнут. И 40-я симфония стоит особняком в ряду шедевров Моцарта. Мы в этот раз ее исполняем, находя в ней больше драматизма, чем это было раньше, может быть. Мы считаем, что на вся, от начала до конца, исключительно драматично, очень событийно, очень бурное событие в ней происходит. И ощущения от веселого и игривого, шаловливого мальчика в этой симфонии совершенно их нет. Это очень драматичное, очень во многом скорбное произведение. В жизни он был очень скромный человек, в высшей степени интеллигентный, но в вопросах музыки, в вопросах профессионализма он был в высшей степени бескомпромиссный. Гарри Борисович для меня является настоящим примером беззаветного служения музыке, настоящего отношения к своей профессии. Возможно, какие-то моменты бывали такие, что мне хотелось бы настоять на своем, предположим так. Но мне, в общем-то, хватало. Я демократичен, и правда, бывают случаи, которые касаются чисто профессиональных вопросов, где я не уступчив. И где я, так сказать, иду до конца на своем настаиваю. Но это не так часто, и только в вопросах, ну, очень профессиональных и очень для меня принципиальных. Там я не соглашаюсь ни с чем. Вот. А в основном, все остальное мы решаем очень по-любому. Очень хорошо помню первую поездку Днепропетровского театра оперы и балета во Францию с оперой «Кармен», делал Юрий Викторович Чайка, и Гарри Борисович тоже был в этой поездке. И я помню, тур был такой интересный, прилетели в Париж, потом, значит, по всей Франции везли нас на автобусе, Лион, Гренобль, вот этот Канн, где кинофестиваль проходит. И мы вот с Гарри Борисовичем и некоторыми оркестратами прогуливались, потому что он любил смотреть на море, вот это вот Средиземное, оно как-то его вдохновляло. И вы знаете, я вот вспоминаю, как Гарри Борисович и еще какой-то его приятель из Харьковского театра оперы и балета, при них были скрипки, потому что они не расставались, они не оставляли это в номерах. Скрипки дорогие, красивые, они, правильно, они их носили с собой. И они говорят: боже, вот такая красивая картинка, вот там море, вот там пальмы, это же Ницца. А давайте вот сыграем. И они взяли и прямо на набережной начали играть. Слушайте, толпа прицепилась к нам, привязалась. «Qui est ce violoniste? Qui est ce violoniste?» Это же по-французски, кто этот скрипач и так далее. Боже мой, я сейчас вспоминаю. И слушайте, они даже предлагали какие-то там деньги. Финансы, Горбач отказался. Он был настолько человек вот такой, понимаете, не меркантильный. Thank you.
Еще расскажу одну легенду, которая ходила, я даже не помню, то ли в Харькове я ее слышал, то ли мне Гарик ее рассказал, а может быть Дима, сын его. В общем, еще в бытность работы в Харьковском театре оперы и балета они сидели с Владиком Ленецким на одном пульте. И у них было такое состязание, прикол. Начиналась опера, они не открывали ноты и играли наизусть. Выигрывал тот, кто не касался нот, проигрывал тот, кто открывал ноты, не знаю, там на втором акте, на третьем, уже когда память все-таки где-то начинала сбоить. Папа был очень домашний человек, ему было хорошо дома. Но семья родителей очень любила принимать гостей. У нас были довольно много и часто. Это не было очень много разных гостей. Это были самые близкие друзья семьи. Но всегда это было очень весело. Всегда слушали хорошие классические пластинки. Я, кстати, помню такую смешную на то время историю. Сейчас, может быть, даже не всем будет понятно. Папа в то время был уже заслуженным артистом Украины, был очень молодым, а тогда звания давали гораздо реже, и всего заслуженных артистов, музыкантов в Украине было, по-моему, 4 или 5 человек на то время. И они слушали вот с гостями «Аиду» на пластинке, оперу Верди «Аиду», где главную партию исполнял Паваротти. Я вдруг спросил так совершенно искренне, я говорю, а Паваротти заслуженный артист? Я помню, как все почему-то так страшно смеялись, и непонятно было, что я такого смешного спросил. Если он хороший исполнитель, то как минимум заслуженный артист. Скрипач, как и любые инструменталисты, должны все беречь пальцы. Он их берег, но он в советские времена мог совершенно спокойно пойти в магазин, он совершенно спокойно приготовить еду для гостей, понимаете, даже там заклевать пол в той квартире. Но это же были советские времена, это же не то, что сейчас заказали и так далее. Он был ко всему приучен, он был ко всему готов, понимаете, он много чего в жизни познал, вот то голодное военное детство, вот то бедность-то. И он ценил многие моменты. Ну, например, их вообще история любви с Беллой Исааковной, как гласит вот легенда, чтобы Гарри Борисович там в Харьковском театре оперы и балета в оркестровой скрипке играл, а Белла Исааковна, будучи артисткой балета, вышла в каком-то хореографическом фрагменте, и она глянула на него в яму, он увидел ее из ямы, и зародилась любовь. В жизни, за кулисами, так сказать, он был очень простым, очень контактным, очень общительным, очень жизнерадостным, веселым человеком. Помню, как и Иосиф Михайлович Рубинчик, которого мы все хорошо знаем, рассказывал, как они встретились, по-моему. Иосиф пришел домой к Гарику в его квартиру. Надо сказать, что у Гарика была своеобразная постановка левой руки. Звук приобретал необыкновенный тон, потому что как-то иначе у него выглядела вибрация. И очень красивый звук получался. И вот они играют друг другу, и Йоси говорит, слушай, как ты такой рукой можешь играть, и так классно, классно играть, как ты играешь. Ну, они смеялись. Днепр оставил, конечно, огромный след в папиной жизни, потому что 27 лет из 55 неполных, которые он прожил, это большая половина жизни. И здесь было много интересных историй. Здесь проходили все наши репетиции с папой. Здесь я учился дирижированию вместе с ним. Здесь я слушал ежедневные его тяжелые занятия на скрипке. Он занимался каждый день не менее 2 часов. Здесь
он занимался со мной, когда я был школьником, на кларнете. Здесь я учился на фортепиано под его руководством. И маминым, конечно, тоже. Я вообще отношусь к строгим папам, не к тем, которые считают, что раз их ребенок, то он же гений. Я так никогда не считал. Хотя Дима подавал надежды с самого детства, раннего, потому что он всегда на вопрос о том, кем он хочет быть, говорил шофером и дирижером. Другого он никогда не говорил. Он не говорил ни космонавтов, ни военных, ни моряков, ничего. Он дирижер и шофер. И к дирижированию он шел с самого детства, потому что он, оставаясь постоянно дома один, у нас же работа была с женой, мы оба работали утром и вечером в театре в оперу, он постоянно сидел перед приемником, перед проигрывателем и прослушивал огромное количество музыки с клавиром в руках. Что-то размечал себе, все. Я иногда поражался, думаю, зачем это? Вот так он всегда хотел дирижировать, всегда. И даже его педагог по специальности, был здесь очень хороший преподаватель в свое время, Аркадий Гурвинкель, кларнетист. Он иногда раздражался, что Дима гораздо больше внимания уделяет дирижированию, чем, так сказать, кларнет. У нас нет вопроса такого конфликта поколений, не существует. У нас единственный спор, который возникает, они чисто творческие, поскольку мы оба, в общем-то, носим носители одной музыкальной идеологии, но тем не менее мы все-таки разные люди, и разный подход бывает к тому, что мы делаем. У нас, естественно, возникают какие-то творческие споры. Но они никогда не переходят в полное неприятие мнения одного другим. Этого не может быть никогда. Мы все решаем, исходя из того, что мы оба, так сказать, музыканты. Я отношусь с уважением к тому, что он делает. И чем больше прошло времени с момента нашей работы, тем больше это уважение. И сегодня я могу открыто заявить, что Дима состоявшийся музыкант, самодостаточный вполне. И легко может справляться, он доказал это. Вот получилось так, что я отсутствовал здесь, находясь на лечении. Дима за это время провел несколько концертов с серьезнейшей программой. Программа настолько серьезная, что я даже не знаю, как он сам вообще решился ее сделать. Вот. И есть видеозапись этих концертов, это вполне профессионально, очень хорошо сделано. И я, так сказать, рад и счастлив, что мой сын в состоянии сам все делать. Я помню каждый такт, как мы работали с папой, или папа работал со мной над этим произведением. Я помню все его подсказки, я помню его советы очень грамотного, большого мастера-концертмейстера. Что я должен сделать для того, чтобы выйти на первую репетицию в моей жизни, можно сказать, с оркестром серенады Чайковского. Велика утрата яркого таланта. Но все равно нам с вами повезло. Мы слушали и слышали большого музыканта. А теперь мы с вами получаем удовольствие от звучания великолепного оркестра имени Гарри Логвина под руководством маэстро, сына Гарри, Дмитрия Логвина, который проходит при переполненных аншлагах в нашем театре драмы и комедии. Гарри, оттуда, если он слышит, и дай Бог, чтобы услышал, эстафета в надежных руках. Обратите
обратите внимание на супругу, бывшая балерина. И посмотрите, как, вот я наблюдаю часто, мы сидим буквально я, она за мной в ряду, я в седьмом, она в восьмом. Тут все заложено, и память, и верность. Мне даже слова такого нельзя, это больше. Это какая-то неземная преданность. Эта фотография, понимаете, вот посмотрите, здесь мудрость Гарри Борисовича, вот его в глазах, в этой улыбке. Он очень много знал о жизни. Ему завидовали, это потому что он был выше намного, как скрипач. Ему завидовали, где-то бывали и недоброжелатели, но его обожали и любили, но он настолько выше был, понимаете, никогда от него никто не знал ни сплетни никакой, никаких интриг, потому что он садился, он музыкой, ну все нивелировал. А что вам нравится в вашем оркестре? В нашем оркестре? Ой, мне многое очень нравится. Во-первых, я вообще считаю, что я в жизни могу многими вещами гордиться. Я могу гордиться тем, что я создал такую семью, которая у нас. У меня изумительная жена, у меня прекрасный сын. И наша семья, замечательный внук у нас сейчас. И наша семья – это, может быть, даже предмет любви и зависти многих в нашем городе. Этим я могу гордиться. И одной из самых больших моих, так сказать, гордостей является создание этого оркестра. Потому что на сегодняшний день этот оркестр, обладая высокими качествами профессиональными, является еще и очень дружным и сплоченным коллективом. Вот это я очень люблю в нашем оркестре. Я люблю то, что здесь люди понимают, что они занимаются своим делом, занимаются им с удовольствием, с наслаждением. Они понимают, что то, что мы делаем сегодня, нужно людям. И, конечно же, творческое содружество между оркестром «Времена года» и Днепропетровским театром, тогда Горького, ныне русской драмой, оно неповторимо и уникально. Я знаю, что Жан Александрович Мельников читал стихи, выходил перед концертами. Там особое звучание музыки, оно суперкачественное, гармоничное. Оно, вы понимаете, настолько созвучное вот тем образом, которые оставлены композиторами. И так получилось вот исторически, что этот зал очень подходит именно для этого оркестра. Даже возникала идея постановки такого мюзикла «Скрипач на крыше» с участием Гарри Борисовича Логвина. Он бы был бы там, как скрипач на крыше. У меня был уже образ готовый. Затемнение, погрома, луч. И вот тут появлялся Гарри. Идет один в луче, как надежда на завтрашний день. Играй, играй, если, потому что одними слезами землю не согреешь. Он был рожден именно для того, чтобы играть на скрипке. А где второй такой скрипач, что в нашем городе не появилось? Память живет о папе, и для меня это очень важно. И, конечно же, 19 лет прошли как один день, и я помню все до мельчайших подробностей, и вспоминаю то, как мы работали, как репетировали, как обсуждали, и не только рабочие моменты, но и личные, и семейные. Вспоминаю каждый день, но, конечно, в этот день, в день его смерти особенно.